Профессор, посадил. Начинается. Друзья, также вам хочу порекомендовать своих партнеров из команды Frisbee, которые занимаются продажей монет без банов, без обнулений и всегда в любом количестве. И что немаловажно, они гасят комиссии eSports и предоставляют скидки. Frisbee, проверено временем. Лучшие комментарии попадут в следующий ролик. Ну и наш Андрей Сибскана закрепляет за собой ярлык самого бесстрашного защитника, который сносит мяч. Ну, если придется соперника там где-то тоже снести, то, ну, не проблема. У меня новая тема, каждый гость рассказывает зашкварную историю про себя. Просто одну историю помню, за которую мне было стыдно. Возможно, для кого-то это будет нормально, но для меня это было так себе. Давно-давно, когда я был еще молод, да, были такие времена. Врет. Я бы даже сказал, пиздит. И в Иркутске я пошел на концерт Драга. Знаешь Драга? Да, слышал, он навез его. Ну, тогда еще собиралось поменьше, конечно, народу. Рэп был не столь популярен, человек 300-500, может быть, в клубе. И я вот никогда в жизни автографы не брал. Ни до этого, ни после этого. И тут что-то мне товарищ говорит, а пойдем-ка возьмем автограф. Я думаю, ну, наверное, это круто. И еще до начала концерта видим, Драга по клубу идет. Подошли там, о, ништяк, сфотались. Взяли автограф у него, а потом стал выступать Драга, и мы поняли, что мы брали автограф не у Драга, сука. И почему-то было так стыдно, пиздец, и я с тех пор, блядь, думаю, нахуй эти автографы, блядь. А как отреагировал тот чувак, типа, да, давайте? Не, а он, причем, да, а он был просто похожий, лысый. Думаю, ну, видимо, я не знаю, может, ему было приятно, лестно. Потом мы узнали, что он какой-то там музыкант, ну, такой, средненький. Но, блядь, было зашкварно. Ну, было стрёмно перед пацанами, которые потом стебали нас долго. Ну, можно. Девятка. Девятка, чувак. Как там? Вот так. Это и вот так. Это девятка. Дуга. Посмотри на него. Его не остановить. Он просто сегодня все забивает. А ты можешь на монтаже, Андрей, вырезать, чтобы мы втроем челлендж делали? Легко. Ты должен забить, как балерина, сделать тройной тулуп, ножкой такой, знаешь? Тройной? Частенько тренера говорят, что ты как балерина на поле? Вот он мой шанс, наконец-то, я себя почувствую в образе. Турбину построили, а мне стенка нужна, идиоты! Самое страшное, что выстрелить, Гура только ложит, этот как ёбнул. Мы его, могли спасти. Его подстригли. Мы могли прямо спасти, представляешь, реально. Вот так лечь и спасти. Вот такой вот подкатик в матче против Тудроц, где Некит врывался на ударную позицию, и мой подкат лишил его бильярдного удара. Да, конечно, если бы под замахом тут меня убрали, уехал бы далеко и надолго за пивом, но получилось все неплохо, и бильярдный знаменитый удар Некита был ликвидирован. Андрей, как следователь, который ведет дело Мамаева, я в центре встречался. А на первое место я поставил свое действие в матче, опять же, против Тудроц. Вот такой вот подкат. Тут мяч, во-первых, остался у меня, я его сохранил. Там маленько повыпендривался еще. Потому что скучно мне стало, видимо, сзади играть, и решил я тут немножко пофинтоплетить. В общем, мне этот кусок весь понравился, и поэтому я его поставил на первое место. Подкат был достойный, подстраховал здесь Моза, которого немножко прокинули в бровочку. Не просто подкатился, а еще и мяч сохранил, поэтому подкат явно годный. Третий наборчик. Расскажу, что в ближайшее время выйдет геймплей по этой игре, где сейчас я пытаюсь поймать какую-нибудь годноту. Сыграю я еще разик Лигу Чемпионов. Карьерку за клуб Локомотив. В паблике я делал, кстати, черный мяч. И это Мбаппе, походу, ничего себе, вот это да. Удачно я рассказываю, в общем, эмоции, как видите, зашкаливают. Дело осталось за малым, сделать что-нибудь красивое. То у меня все получилось. С
со второй буквально попытки. Давай так договоримся. 30 раз не можешь пенять вот с одной ногой, да? Не можешь? За 2500 будешь покупать. Если сможешь, я тебе подарю. Давай. Давай. Похуй. Ну ты понял, да, мне про что? Да, вот конечно. Просто стоишь, вводишь 30 раз. Окей. Понял, да? Если падает, ты за 2,5 берешь и все. Ты самое главное, мяч принеси. Ну, мяч вот возле меня, я никуда не хочу. Все есть, у нас все с собой. Ну что, согласен? Давай, брат. Нет. Не, это не надо. Это он тяжелый, он, конечно, не вот смотрите, может. Нет, он не накачанный. Не, на туре не накачанный он. Смотри, смотри. И он может, он видно уже может. Не, побыще надо, может. Ты чё? Не, можно сейчас. 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, господа! Только что мы стали свидетелями рекорда мирового. Итак, пошли, братцы! Синты! Оле, Боб! Бутсы на халяву! Подходи, налетай, братцы! Чемпионат мира! Опа! Пошла жара! Не зря тренировался 20 лет, братцы! Наконец-то! Окупилось все! Все тренировки! А что, в команду не играешь-то? В Италию лечу, брат! Е-бой! Пара финтов, пара-пара финтов. Я готов, я всегда готов. Пара финтов, пара-пара финтов. Ты готов? Я всегда готов. Пара финтов, пара-пара финтов. Я готов, я всегда готов.